Ну, сейчас приступаем, значит, после грунтовки надо все неровности, все ворсинки после грунтовки поднимаются у древесины. Надо их зачистить мелкой шкуркой. Можно использовать даже такую сеточку 120-150 зернистостью. И, значит, мы ступеньку зачищаем. Таким образом, вот, чтобы все эти неровности, убираем, примерно до матового, цвета. Вот. Так, каждую ступеньку, снизу, сверху, боков. Как все это мы проделали, уже все, она у нас ровная, гладкая. Мы опять-таки приступаем уже непосредственно к лакировке. Тем же краскопультом, получается, уже лаком покрываем эти детали. В принципе, таким образом все изделия мы лакируем. Сначала все зашлифовываем и окончательно лакировка. Лакировка заканчивается, и они уже, все эти изделия готовы к монтажу.